Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и многом другом. Сегодня мы поговорим о таком проекте, как SocuSwap. Итак, SocuSwap — это DeFi проект. Значит, есть добавление ликвидности, пулы, но об этом чуть позже. Основные функции данного проекта являются простые в использовании мгновенные суды с искусственным интеллектом. Нет, это не сделает все за нас, но нам будет намного легче сделать это. Мы сможем настраивать арбитражные сделки с такими биржами, как PancakeSwap или Uniswap, используя наши монеты за считанные минуты. Технология искусственного интеллекта поможет нам увидеть, будет ли сделка, которую мы собираемся совершить, прибыльной еще до того, как мы начнем все это. Флеш-кредиты больше не только для разработчиков, они и для людей. Здесь не просто трейдеры, мы больше как владелец. С Soku нашим токенным управлением мы можем помочь решить будущее биржи. И если мы будем совершать несколько сделок каждую неделю, мы также получим небольшую часть торгового объема. Чем больше растет биржа, тем больше растут и наши выплаты. Кроме того, мы можем принять решение о том, какие услуги должны быть в первую очередь. Если у нас достаточно этих токенов Soku, возможно, нам придется выделить нам место для парковки с нашим именем. Если мы любители приключений или не знаем, во что инвестировать, то компания может сделать эту работу за нас. Каждую неделю команда просматривает список самых прибыльных и продаваемых токенов в криптовалюте. Компания проверяет токены и проводит исследования за нас. Все, что нам нужно сделать, это купить пакет стоимостью от 50 до 1000 долларов и выбрать количество токенов, которые мы хотим получить. Нажимая кнопку обмена, токены станут нашими. Это лучший способ расширить свой портфель, не выполняя при этом ручную работу. Если мы не уверены в действительности токена, то компания может помочь нам. Команда ознакомится со всеми техническими документами токенов проекта, перечисленных на бирже, и сообщит нам их ликвидность, общий объем предложения членов команды, вариант использования и то, сможем ли мы продать токен. Каждому токену присваивается процентная ставка на основе нашей оценки. Не попадитесь на покупку очередной мошеннической валюты. Начните принимать обоснованные решения, используя систему оценки токенов уже сегодня. Что немаловажно, данный свап имеет две сети и одну биржу. На SocuSwap мы можем совершать сделки как и в сети эфириума, и также в сети Binance Smart Chain. Сеть эфириума является крупнейшей децентрализованной сетью в мире блокчейнов, поэтому невозможно запустить обмен без его использования. Но вместе с размером возникают и другие проблемы. Недавно появилась сеть Binance Smart Chain, которая помогла решить их. Благодаря более быстрым сделкам и более низким комиссиям, Binance определенно заслуживает нашего внимания. Компания считает, что они оба важны и хочет, чтобы у их пользователей была возможность совершать сделки там, где нам удобно. Каждому из нас, кто сталкивался, знает, занимается криптовалютой, по-любому были моменты, когда приходилось пытаться объяснить кому-нибудь, что такое криптовалюта и так далее. Мы знаем, что это головная боль, но мы стараемся все равно обучать людей, которых мы знаем, потому что заботимся о них. Что же, представьте, если бы вы могли отправить им ссылку на бесплатные криптоклассы. И чем больше классов они делают, тем больше мы оба зарабатываем. И не волнуйтесь, компания сделает их короткими и веселыми. Компания хочет сделать обучение простым и прибыльным для обеих сторон. SocuSwap позиционирует себя как и на полной конфиденциальности, то есть нету проверки пользователей, централизованные биржи требуют, чтобы все клиенты заполняли формы, идентификацию проходили. Нет необходимости указать свое имя, дату рождения, социальное страхование, группу крови и так далее. Компания это поняла
и решила, что полная децентрализация самый простой и хороший выход из данного положения. Благодаря свободе DEX нам просто нужно подключить свой кошелек и совершать полные сделки. Токеномика проекта состоит из имени токена SOKU, блокчейн Binance Smart Chain, символ SOKU, soft cap данной компании составляет 600 тысяч SOKU, а hard cap уже составляет 10 миллионов. Общее количество токенов составляет 222 миллиона 222 тысячи 222 токена. Всего токенов, доступных для продажи, 111 миллионов 111 тысяч 111 токенов. Базовая цена составляет 0,5 центов США, долларов США. И 0,07 центов доллара США для лаунчпада, который состоится 15 мая. И каждый может принять участие. На сайте довольно подробно опубликованы схемы развития токена, какие блокировки, сколько процентов для кого выделено. Можете переходить на сайт, ознакомливаться с токеномикой, с командой и принимать свое решение, стоит ли вам принимать участие или нет. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.